О боже ты мой. Так, играем второй. Я надеюсь, там-то музыки нет. Есть. Второй игровой пак играет у нас опять Damnut, Witch Puncher, Soviet Immor, АК, Damnut, Ratron, Tirumi и Али. Нет, стоп. Ладно, что за хрень? Понял, fuck you, у тебя такое имя. Так, да, у меня настолько охренительный диктант, что у меня в паспорте! Пакнара, Coming Soon, Credits, Dark Souls, Fighting Games, Final Boss, FPS, Indie, Crazy, MOBA, две темы саундтрека. Пускай это никто не читает! Press Start, Release Date, Rhythm Games, Team Fortress 2, Warframe, краткость... Боже мой, он напрягняющий! ...у нас же песни, три темы с разработчиками и скриншоты. Вот он делает большой... Подожди, я палатку принесу! Есть несколько тем нормальных, несколько тем просто... Нормально это Crazy, да? Не, ну с Crazy у меня проблем быть не должно. Так, начинаем первый раунд. Тема первого раунда. Пресс старт. FPS. Warframe. Краткости старт таланта. И релиз дейт. А здесь в том поэзии, Толя? И coming soon. Так, начнет игру Пускай Damnut. Пускай Damnut как-то обидно звучит. Ну блин, у тебя хотя бы ник есть, у человека только имя. Чувствую себя опущенным. Блин. Престарт за 400, тут музыка. Кстати, это потому что Металлян все время это турецкую кружку дает, да? Вархаммер. Какой? Даунт Вар 2. Какой? Ретрибьюшн. Не, ну давайте Warframe. Warframe за 500, вам остается кот в мешке. Этого кота можно оставить себе. Тема It's a Trap, стоимость 500. Кота получает совет. Это лестная ненависть. Этот фрейм сменил все работы. Я так много играл в Warframe. Да, мне просто нравится, что иногда некоторые темы аккурат подтолена, блин. В смысле? Я играл в Warframe. Ну, блин, с этим чуваком у нас вообще много пересечений в паре получилось. Толян, я этого тоже не знаю. Тыкни пальцем в него, я тоже этого не знал. Боже. Тыкни в любого рандомного. Я не помню даже их имена толком. Блин. Какой-нибудь нового был, не помню. Не-не. Короче, это был Эндер. Я даже не застал, по-моему, такого. Не-не, она одна из первых, на самом деле. Тогда, значит, просто забыл ее. Совет выбирать следующий вопрос. FPS за 300. Да что же это? Вопрос аукцион. Можете сказать только номиналу. Так, у кого больше очков, тот может, типа, перебить стоимость вопроса, сделав ставку... Или пойдя в банк, или пас, типа ты отказываешься, и играет тот, кому достался вопрос Оксимон. Я пас. Окей. Играет Совет за... сколько, я не помню. Экшен RPG от первого лица на движке Source в мире Might and Magic. А, окей. Dark Messiah! Правильно. Не, на эту серию я хочу... Да, напомнишь, каким контролом, если что, нажимать? Это... Правым. Правым, окей. У меня как-то мышкой даже пальчик получилось. Ну, говорят, кстати, да. Control. Бьем лица и стреляем из странного оружия в мире под названием Xenozoic. Собственно, название типа мира — большая подсказка. Xenoquest. О, вот что вообще так из... Там были оружие стрельные? Да, были. Вот что значит не играл в игру. Я тоже не играл. Престол за 300. Назовите игру. Амбиент, да, я чувствую. Давай, Толян, всё, коричневый шум, чтобы все обосрались. Тихо-тихо. Отлично. Блин, Саня. Я слышу эту сирену. Уличный двор, вот. Вот если бы сейчас слушали, могли бы отгадать. Я слушаю. А да, блин, я слышу. Я тоже, кажется, знакомый, но... Блин, давайте всего за 300, наберете еще потом очки, если неправильно. Пошел ты! Нет, я вообще не в курсе. Mass Effect, лол, даже близко не было. Я честно, у меня есть стратегия.
типа, поясняю, насколько я помню, в пресс-старт, типа, тема из меню игры играет. Да ему ж поняли, но все равно... А, окей. А я не понял, нет, но теперь да. Пресс-старт за 200. Мазерлендс. У меня вообще ничего. У меня даже не прогрузилось. Ничего не прогрузилось. У кого не прогрузилось? Нет, Толян, вот эти вот звуковые, они какая-то лажа. Это Ростелеком, пацаны, самый быстрый интернет. В смысле? Блин, не, он правильно ответил. Там было Ain't No Rest for the Wicked, да? Да вы чё? Подожди, стоп. Погоди, Ain't No Rest for the Wicked и менюшка. Вот я тоже, я не уверен, что оно было в меню. Оно не было в меню, оно было в окей, оно было титул перед меню, да. Это какой-то странный тайтл, но не я этого делал. Так, это за 200 вопрос был, да? Я правильно начислил? Да, давайте забьем эту тему. Пресс-старт за 100. Забьем, там ещё один. Dark Souls 1. Да. Господи, что такое звук, вот просто? А давайте Толян будет для всех набивать. Да, кто напевать будет? Давай, напевай. Ща, у меня загрузится. А, окей. Вообще не близко, чувак. Даже не близко. Окей, тогда слушайте сами. Почему у меня ощущение, что это японская херь? Ну, это скорее всего и есть. Это скорее всего, но... Оно, мне кажется, знакомое. Оно знакомое, да? Но... Я боюсь предполагать, сейчас, честно. Такое ощущение, что я его играл. Думал, если это оно, я отвечу. Он там гуглил. Самое интересное, что отрубили. Надо Шазам включать ее, чтобы оно само там... Это вопрос, на самом деле, с небольшим подвохом, да. Dragon's Dogma. Okay, потому что в Dark Horizon не изменили тему в главном меню. А это была оригинальная, типа. Это от японской поп-группы. Ну вот, конечно. Вау, японские поп-группы. Шутер вселенной Star Wars, в которой мы являемся частью отряда Дельта. Republic команда? Ну да. Боже, тут даже Ctrl не работает. Толян, тут кнопки говно. FPS за 500. В этом шутере можно побывать в Aperture Science и добыть золотую картошку. Killing Floor. Вау. А у нас люди... Фак, мы же даже этим занимались. У нас люди повально отвечали Portal, да. Но и один чувак сказал, что типа это невозможно отгадать, потому что этот ивент был всего месяц. А я такой что-то как-то... Стоп, его убрали? А, вот хз, один чувак говорил, что да. А вроде как мы этим делали, да. FPS за 100, Nuketown. Отлично. Охренеть, что ответить? Fallout? А, нет. Black Ops? А, блядь. Black Ops? Да. Окей, я не знаю. Это очень, Толян, суперский вопрос. В смысле? Не, ну... Чувак. Просто, как бы, Nuketown очень... Даже я не понял, в чем суть. Это карта из Black Ops, очень популярная. Фрейм доступен только в китайском регионе. Что ты имеешь в виду под этим? Под чем? Под китайским регионом? Да. Именно это? Excalibur, бро? Блядь, они теперь будут делать по-своему. Ну, хуй с ним, ладно. А чё, в смысле, он не только для китайского? Не-не-не, в китайском. Окей. Китайский регион. Просто ничем не отличается, это литературский. Не, как говорили там именно, что как типа Prime, статы понемногу отличаются. Окей. Warframe за 300. Назвать персонажа. Tenno, I admit I've made mistakes. Terrible mistakes. Ладвиг. Ну почему? Ну ё-моё! Вообще-то салат 5. Да. Я же нажимал. Warframe не мост. Warframe за 200. Фрейм, части которого можно получить только по алертам или через наград за вход. Бабан. Да что за херня? Да вообще... Серьезно, я нажал, она нажала, за то, как Саня вообще что-то сказал. Ты правый жмешь Ctrl. Да, правый. Нет, тут перекликивание, типа, ну, тоже, типа, кто бы... В смысле, я что, должен наебать по клавиатуре, что ли? Все, давайте уверен, эту тему. В каком году началась закрытая бета? А, я не помню. Ой, хер с ней. Ну, типа, самый простой вопрос, да? 12-й, типа. Небо промахнулся. Так, какой бы следующая тема?
В Coming Soon релиз дейт за 300. Вам все. Этого кота можно оставить себе. Откуда столько котов-то? Ну, блин, не так много. А тема какая? А, по-моему, та же, что и тема. Наш ведущий просто охренительный. Тема, что-то мне это напоминает, стоимость 300. По-моему, это вся игра. Да, эта тема совсем не такая. Ну, это подстава! Смотрите, можно ставить... Там шишот. Стой, у меня ничего нету. Пустота! Знаешь, что это напоминает? Я не могу паузу поставить. А, вот появилось. Ни как черта не появилось. У меня появилось, да. Да, там но... появилось? Нет, нет. О, да, появилось. Блин. А, окей. И что тут? Типа тут определить, что не так или что, я не понимаю? Нет, это откуда? А, игру, игру назвать, игру. А, игра в Warframe? Да. Нет. Нет? Почти, почти. Это Dark Souls. Уже сегодня упоминалось. Да. А, да. Короче, кто, подожди, подожди, паузу. Суть поясняю. Можно при создании пака ставить, чтобы тема кота в мешке отображалась до того, как его отдадут, а можно типа после. Как бы... Да в топку Эдка, почему контент не грузится? Это же самая проблема сейчас. Потому что плохо сжата картинка. Сервер, блин, как бы один его держит. Ага, то есть надо шокажить. Да. Надо ему троянчик заслать. А, я буду рассказывать. Как бы все нормально, он успел не ответить. It's to be bad. Назовите игру по слогану, типа. Нет, не помню. Знаю, но не помню. Да. 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 Следующий вопрос. Release date. Release date за 400. Пауза. Ну, появился, кстати. Чтоб таймер не шел, пока грузится картинка. О, боже ты мой. Вы должны назвать, когда он релизнулся? Да, плюс-минус год. А у меня даже не прогрузилось еще. Я вижу слово. Там жиза. А, охренеть. Я там тут гуглить, я слышу. Если не отгадаете, я скажу. Да блин. Что, я не буду, я не знаю. Это еще два. Я сказал, плюс-минус год можно. Я не успел ответить. Но... Не успел нагуглить, блин. Я успел нагуглить! Вот не надо так делать. Тухлая тема. Так, я сейчас вспомню, сколько он давал. Тут плюс-минус 5 лет, да. А, здорово. А можно век? Можно плюс-минус век? 980-й. Ну, 1980-й. Нет. Да ну нахуй. Даже не плюс-минус 5 лет. Я сейчас 70-е. Да. Close. Yes. Король Пунга, я тебя познакомлю. Как ты согласился? Prepare to die. Dark Souls. Эй! Так что у нас же где, а? Ты сразу за 500. Ninjas play free. Warframe! Ну ёпта! Я удивлен, что это самый сложный... Warframe спонсор этого пока. Хотя у нас скорее тут... Да, вообще, да, вот это ощущение, что... Не, у нас просто контингент такой, который решает. А, я? Да. Это хорошо или плохо? В очки у тебя пошарь. Релиз дейт за 200. Ух, будешь понять. Ещё не прогрузилось, ещё не прогрузилось. Плюс-минус год. Фез. Что фез? Релиз дейт. День рождения. Мало и не прогрузилось у кого. В каком году вышел ФИАС? 12-й. В точку. Отлично. Ядерно. Убирать следующий вопрос. Давай, дам. Релиз дейт за 100. Портал 2. А люди это думали, первый? Первый или нет. Второй? Кстати, да, а что тут это думать? Второе, это второе. Я бы на самом деле тоже думал, но да, это второе. Не, это второе по разрушению. Да. Ну что, плюс-минус год, давайте. Да, а, пауза отжать должен, да. Кто первый накликал? Ну, 13-й. Не, к сожалению, не даже не плюс-минус год. Много. Да ладно. Да. А, точно, 2010. Точно, да. Не совсем в точку, но в рамки попадает. 11-й, да. Блин, это моя первая игра в Стиме, твою мать. Ходили на Невский, забирали из 1С предзаказы.
Первая игра в Steam, левка вторая. У меня так висит. У меня КСК 1.6. Coming Soon — это скорые релизы? А, да, там, короче, музыка из трейлера. Сразу. Толян, ты должен это... приглашать женщин с хорошим голосом, чтобы напевали. А вот это напевали, да? Да, как угодно, акапелла. Тут уже догадаться можно. Ну, не знаю, давайте. Ну, тебе да, Стрекс. Какой? Mankind Divided. Вот да. А какой еще? Какой еще, скажи, выходит? Ну, мало ли, ты забыл. Ты знаешь, Сань, да. Блин, я... Первый Coming Soon, все дела. Ремастер. А ты бразватик. Да, ты просто старый бразватик уже, Сань. Coming Soon. Комиксу за 200. Лайка. Пайер. Да. Тут с Саней не тягаться. Я только один раз ее слушал, если честно. Честно, и предложил бы просто из-за музыки. Ну вот да. Слишком. Комиксу за 400. Персона 5. Хватит так делать. Чувак, я бы это угадал, поскольку у меня это гребаный рингтон. Даже так? Я серьезно, кто не верит, звоните на мобильник. Телефон сначала. Давайте. Coming soon за 500. И знаешь, мне даже было интересно, поставишь ли ты эту херню. Я вспомнил, что тут загадка. А, ну сорян. Ты кажется, какой-нибудь Нир Автомата. В который никогда не поиграет. Как бы это он и есть. Думаешь? Не знаю. Слишком по-английски. Я напоминаю, что тут 4 раунда, можете гадать, в принципе, отыграетесь. Да вообще. Да ну на. Ну да. Я не сомневался, если честно. Да почему ты мне был вон? Блин, у тебя 2600 очков. Надо было мне рисковать. Да, видимо, да. Coming soon за 100. Я нажал же! Я успел! Ну, блин, у меня даже как... вступления не было. Ты как один чувак у нас в Дискорде, у которого тоже все время все первым прогружается всегда. Собственно, который этот пак сделал. Ну, походу, он должен раз телекоме, пацаны, отвечали. Ну, он ржет еще втихаря. Кратая сестра талант за 300. Hallway Simulator. Речь о JRPG. Честно, я был Стэнли Парабл. А вот это да. Shin Megami Tensei 3 Nocturne. Ух. Я на этот вопрос ответил Marvel vs. Capcom. Тебя под майот не убили? Мы начинаем второй раунд. Так, блин, телереклама здесь всегда отображается. Владимир Хиль, fuck you. Ты реально fuck you. 7 раунда. Rhythm Games, Dark Souls, опять разработчики Запад, Team Fortress 2, yeah. И скриншоты, и саундтреки. Или это не Ост, а это Ости. Сори, начинайте. Team Fortress 2 на 600. Вам остается вопрос от спонсора. Эрик Крауза, да? Спонсор нашей программы – компания Эрик Крауза. Компания Хиль. А, Владимир Хиль, да. И его Эрик Крауз. Назовите первый прямой предмет, и за что его можно было получить.
тебя опять прачки за распродажи. Нет, шапка пришельца из Alien Swarm. Давалась за ачивку из Alien Swarm. Нет. Собственно, Билл. А. Оу. Оу. Да. Билл раньше был, не знал. Да. Билл в Вьетнаме, слушай. Притом, сука, у меня есть берет Билла. Тем более, 2800 первое обновление, созданное сообществом. Робокрейты, точно не помню, там механическое. Робо-бугало, или как-то так. Точнее, кто-нибудь может назвать? Нет? Нет. Окей. Работик-бугало. Нет. Да он сейчас свою тему будет меряться. Получается, кота в мешке. Тему вопрос нужно отдать. Скорее всего, кот по теме. Нужно? Или нет, я не знаю. Почему не... нужно отдать? Ну, потому что правила такие там выставляют. Либо можно оставить... Спасибо. Тема Т-2. Китайский клон ТФ-2 с пожарным вместо солдата и клоном вместо пиромана. Я помню, как он называется. Психопаты, вы чего? Не, пас. Окей, это сложно. Final Combat он назывался. Ха. Господи, блин, то чувство, когда я помнил про подобное, но я не помнил название. Ну да, это сложно. Боже мой, разработчики Запад. Слив у нашего лидера, разработчики Запад. Тут надо назвать разработчика по фотке. Подождите. Оп, жмут без конца. Кто нажал? Я нажал уже раз 300, он засчитается? Давай. Блин, женский. А по фоточкам вообще, а девушки будут? Ну, угадай. О боже, определенно вот она. Ну, я нажимаю на кнопку. Блин. Седьмая. О боже твой. В лицо не знаешь. Навинти его. Давай. Я жму эту кнопку. Нажал ее! Да сука! Я думал, я ее нажал! Я нажал еще до паузы. Пидор! Пидор! Разработчики за 200. Ну давайте, кликайте сразу. О, боже мой, я забыл имя! Дайте мне сказать! Камут! Сука! Не, он вообще, он... Блядь... Даже фотки не было. Ну, чувак, очень карма... Очень жестокая игра, сори. Нет, самое честно забавное до этого-то было. Но карма, как бы ты угадал? Ну, наверное. У него еще шлем от VR там был. Он же перепадает. А есть же какой-то карма, который с Ромерой. Разработчики за 1000. О, сейчас месяц. О, фак. Это может знать... Я примерно его помню. Да, это очень нишевый такой вопрос, блин. Прям как его там? Джон Синклер? Я знаю, что имя, скорее всего, просрал. Имя просрал. Можешь но точнее назвать? Если не назовет, точнее минус. Идите в жопу. Единственный, кто вообще знает, кто это. Не можешь назвать. Сань. Ну так. А, нет, я не помню его точное имя. А, Стив, наверное. Блин, нет, не Стив. Я уже нажал минус. Ну нахрена ты нажал мне минус? Я нажал до того, как ты сказал Стив. Ну fuck you! Fuck you, ты долго думал, блин. Fuck you. Я единственный, кто смотрю стримы, я настолько уебанский, и ты мне нажал минус. Чё он хотя бы делает, скажи? Он разрабатывает Warframe. Да, Warframe, это точно Warframe. Dark Souls 600, назвать персонажа. Тихо. Боже мой, почему музыка-то? You know Hollow, hmm? Thank goodness. Оскар! Да. Я на это... Я тебе что... не прощу эти 1000 очков, да. Ты мне теперь 1000 рублей должен. Блин. Симфорта за 400. В этом обновлении в игру ввели шапки. Я, кстати, ответил. Я помню... Что у вас не обвело? Это красным днём календаря? Спай. Нет, это другой окей. Я думал, там много надо было назвать, лол. Нет, Stout Shack of All. Refined! Блин, у меня такой стрик был с разрабами, ну fuck you.
Ритм Гейм за 600, тихо. На азиатах играешься. Назвать игру. Стой, что ты дал School Light? Зяля, зимага! Я ничего не услышал! Ничего! По-моему, банально прожимается быстрее у кого кто левее. Нет, ну так, чё, я был в прошлый раз первым и прожималось быстрее. Серьезно, это какой-то дизадвентаж. Над нами, плебеями, которых не загружается почему-то нормально. Ну, блин, ты бы ответил Persona 4 Dancing All Night? Возможно. Да. Так. 100%. У меня скриншота нет. У меня еще нет скриншота, это лево. Oh, fuck. Да иди ты нахер, у тебя прогрузилось быстрее. 4. Солян, ты мне спасибо сказал, раз, зачем я нажал, ответил, серьезно, я подождал. Да блин, хватит. Операция принята, лол. Лол, да вы нахуй стеваетесь. Я верну очки. Ненавидите. У меня тоже нихера нет, кстати, если что. Вот ничего не грязь. Ну, он, видимо, плохо скриншот пережал. Окей, у вас появилось, у меня появилось. У меня нет. У меня не появилось. Скажите, когда появилось. Появилось, и я... Нет, не появилось. Есть одна... Не появилось все еще. Я знаю, что это. Я тупо знаю, что это. Ты уже нажал кнопку, да? Да, раз 200. Это free-to-play, Хютан, да? Нет. Бринг. Да. Окей, значит, это... Было две теории. Че, апелляции не будет? Счет за 800. Фак, нет, я не знаю, что. Если я подозреваю, что это может быть, я не знаю. Оно-то загрузилось быстро, видишь, что я обосрался. Я уже говорил, что у меня с этим челом пересекают многие игры. Что это за паровозик Томас? Да, вот у меня тоже только почему-то в голове паровозик Томас, я понимаю, что не паровозик. Какие вы рыздые. Я почему-то так паровозик был на фоне. Там был уровень с паровозом этим, литерами. Я помню, что он был, но он никогда не был показан с этого показан ракурса. Был кучу раз в катсценах, как он ехал. Лол. Окей, тогда я виню релизеров за то, что катсцены у меня в половине случаев приходилось пропускать, ибо релиз был говно, и вы это знаете. Так, да сложные вопросы подъехали. Ой-ой. Тебе вообще игры не нравятся. Это ты говнишься постоянно, я вот играю обычно. Мне нравятся правильные игры. Японские. Я японские играю. А значок Gamers Hell на что-то намекает, да? Конечно. Это вот это вот, короче. Как я помню, если правильно, это было только в бете, типа. Да, F2, но, блядь. Я тоже не узнал. Вообще не узнал. О, боже мой. Нет, не знаю. Откуда ты знаешь, ты в него не играешь? Я смотрю твой игровой скриншот. А мог бы играть. Жопа. Это весело. Очень. Да. Пожалуйста, знаешь, что еще комнату. Весело? Да, это не слышать и не видеть скриншоты и все такое. Давайте что-нибудь. Я так понимаю, верхний и нижний. Хватит так делать, блин. Как вы не понимали? Выбирайте вопрос, окей. Ох, зашел тему. Нет, не слышно. Иди ты нажал! У меня даже загорелась эта хуйня. Это когда два персонафага играют. А еще два бедняги сидят и ничего не слышат. Да. You didn't even beat Elizabeth. А я на самом деле даже третью не допрошел, я настолько плох. Да, я... А, вот это перейдешь медали послушать, спасибо. Shovel Knight. Вау. Просто репортаните его. Опять? Вы так это делаете каждый раз? Кто я, видать, пиздец с этого Вассермана? Отклонена, да ну нах. Не, ну здесь я, по крайней мере, услышал. Не слышно. Мне слышно. И тот раз, когда я... Все слышно. Теперь слышно. Давай я еще только за 200. Почему за 200 то, что никто не знает? У нас, кстати, тоже его никто не отгадал, но при этом он типа за 200. Но мы в это недавно играли. Недавно был, так хотел сказать.
Играли или это было в прошлом паке? В смысле, играли в игру. По-моему, я не помню, ты с нами играл или нет. Нет, еще. Я понял, что это, я не знаю. О, есть теория тогда. Rocket League? Ну да. Лол, я вообще не помню эту мелодию. А вот я тоже помню. А вот я там как бы они только в меню и играют. Да, я только первую помню по этому, которая открывающая. Sonic Generations. У нас отвечали только, когда он начал петь Running Around in the Speed of Sound, блин. А ты, я смотрю, прошарил. Я узнал даже ремикс, чувак. Я обожаю City. Эй, а почему апелляции не было? Да, я ничего не услышал. Я ничего не слышу. Я тоже. У меня тоже сейчас прогрузится. Да, наверное, флаг. Что это? Не знаю какой. Я знаю, что это. Я прекрасно знаю, что это. Да я не знаю, какая часть. Блин. О боже, ты очень знакомый. Я тоже знаю, что это, но я не знаю, который. Да, серьезно. Я даже не играл в это. Вау. Так ты только саундтреки слушаешь, там пиздишь, что играешь во что-то. Стоп, если это тот, который я не знаю. Писволкер! Сука, нет! Да, так что это оригинал, по-моему, вообще. Но я не буду на это. Хорошо, что я не ответил. А ты какой хотел? Второй? Я думал первый вообще. Чувак. Не. Ну, я же говорю, я прекрасно понял, что это, но... Ритм Геймс за 800, он за 700 решает. Это ловушка. И этого я могу оставить себе. Окей. Да похуй. Рискую. Спасибо. Интервью за 800. Тема Rhythm Games. Назвать игру. Почему интервью? Потому что. А, нет. Почему я это знаю? Иди нахер. Да. Это за 800? Да, чувак. Я не знаю, пацаны. Ты не знаешь? Нет. Боже, можно я отвечу за него? Нет. Я бы разрешил. Ты сам отдал этот вопрос. Вот, кстати, да. Ну, удивительно. Тема с подвохом. Тема с подвохом. Подсказываю, игра на Wii. Или на Wii U, я не помню. А, спасибо, хорошая подсказка. Тогда это явно Mario Maker 10. Да нет. Очень популярная игра, я смотрю. Давайте. Dark Souls за 400. У нас это вопрос от спонсора. Покажите же ручку Эрик Краузу, ну серьезно. На самом деле, в конце. Вопрос звучит только для вас, стоимость вопроса 800. Называть серию видео. Обмазывайся. Ты серьезно не знаешь? Нет. Ну все, спонсор хотя бы это... Да, хоть знаю. Запошлял, да, все нормально. Да, я понятия не имею, это может продолжаться как угодно, не поможет. Недавно вышло новое видео из этой серии спустя где-то год после предыдущей части. Да ладно. По-моему, я его скидывал нам. Что я хуел, нет, не знаешь. Нет. Зачем ты ему подсказываешь, у него 400? Хотя это вопрос от спонсора. Dumb Shit's Guide to Dark Souls. А, вау, охуеть. Где локации делает разные, там, Dumb Shit's Guide to Sin Fortress и тому подобное. Вышел новый Dumb Shit's Guide to Painted World. Спасибо. Давай следующий вопрос. Dark Souls за 200. Бесполезный предмет. Дайбок называется. Серьезно? Ну, буквально название. Часть, русское название как... сказал бы. А, Pendant, блин. Pendant. Кому я сказал бы, я бы считал.
Мне почему-то казалось, что у него было название помимо Пендант, вот поэтому. Разве? Не-не-не, это именно что мне казалось, поэтому не стал о нем просто. Dark Souls за 800. Этот парень бессмертен, ему безразлично даже то, что вы отрубили его хвост. Дракон? Какой? Да, в первой части первый дракон, которого встречаешь, не? Нет. Нет, не он. Там именно что он сидит, ему отрубаешь хвост, и он продолжает сидеть. Он как бы немножко мертв. Стоун Драбер, который глава Ковенанта Драконов. Он разве мертв? Ну, я не знаю, он точно не вёлся как живой. Ну, блин, он же типа бессмертный, хз. Dark Souls за 1000. What ring you got, bitch? Heaven's ring! Вау, так долбило, я понял. And the ring of flavor and protection! И что они дают? Stamina, health, endurance! Everything you could ever want! Я сейчас спрячусь за свою ручку Эрикауза, чтобы... Максимально полный ответ. Апелляция где? Просто это было давление на... Давление на психику произошло. На ритм Heaven. Нет. А, твою мать, не было не то. Черт. Поторопился. Я хочу рискнуть. У меня есть мысль. А можно переответить? К сожалению, нет. А-а-а. Есть жирная подсказка. Это чувак, где... Это игра с PlayStation 2. Да. Рэпер. Ритм гейм за 400. Хурапа за рэпер, конечно, очень похитительно. Криптов в некродэнсер. Отлично, я даже не услышал. С полноты просто. Это бы я угадал. Тебе нужно к Квалти Суперишу идти. А, за 200. Ну, же, ну... Что? Осу, оса, я не знаю, пчела, оса. Осу был официальный саундтрек? Вот тема в меню. Да, это в главное меню. То есть, когда в осу музыка была вырублена все это время. Вот, кстати, она сменена уже, так что ты немножко обосрался. Но это не я делал. Я играл давно в осу. Я тоже очень давно. Тема третьего раунда. Инди, оружие, персонажи. В смысле, я люблю инди, но хочет быть херня. It's time for crazy! И ОС 2. Вот ОС это самый веселый. Когда тебе ничего не прогружается, уже ответили. Crazy. А, я выбираю, ну давайте, погнали. Да. Погнали. Почему есть ощущение, что это какой-то Марио? Почему моим ушам больно? Да, Mario Maker 10. Самый. Выходит в следующем году. А, окей, я вспомнил, что это, и... По-моему, хайп может знать. Я думал, мы получили ответ. Это Earthbound. Блядь, ты настолько далёкая. Что? ХЗ, что? Я не знаю, ты выиграл, нет? Я ты играл в Earthbound, да? Но хоть убей, я не вспомнил бы именно. Эй! 900. Нам достается вопрос от СО. Ваша ставка мор? А почему я? Окей. Так все ставят. Кто типа больше поставит, тот и отвечает на вопрос. Yes. Либо ты можешь нажать пас, типа не хочешь участвовать. А, только тот, кто больше всех будет? Да. Да, либо тот, кто... Если все пасанут, то отвечает тот, кто нажал на вопрос. Yes! Ну, назвать оружие. Если там то, что... Синий экран смерти. А, появилось... Лучшее оружие, да? О, боже мой! Я до сих пор не помню, откуда это. Оу. Я такое не помню. Блин... Я не помню, откуда я. Я что-то знаю.
То чувство, когда вроде помню, а вроде причём нет. Причем я видел, как играют этот пак два раза, и я сам его играл. Короче, это не Вов, кажется. А вот у меня ощущение, что это Вов. Ну, блин, да может, нет, слишком Вов. Детально для Вов. Не, может и Вов, кстати, я не знаю. Но оружие такое, блин, я не знаю, хз, что это. Блин, почему он загадал его? Оно, типа, известно или чё? Это Вов или не Вов, Алина? Это клинок какой-то, шел Виндсикер или что там был? Да. Что за такое, да? Ну, это поставь точно... Поставь на паузу, пусть кто-то... Подожди, это что? Да, дайте нам выгуглить. Не, я потом спрошу у него. Диабло 3. А, Диабло 3, окей. Что? Серьёзно? Блэйст, Фандер, Фьюри, Блэйст... А, нет, стоп, Вовка, ладно. Вовка. Это явно из этих... С лучниц, Сильвана. Вау, у меня интернет, на самом деле. Айтем левел 80 и так далее, ну вы поняли. Называть оружие 1500. О, фак, ну что-то делаем? Окей. Да, посмотрим на синий экран. Да, охерительный синий экран. О, блин. Новая идея. Синий экран. Появилось. У нас тут сколько человек играло в финал 14-ю трое? А, сколько человек дошло до конца? Сколько дошло до эндгейм-контента, да? Знаете то, что я белый маг, но я не знаю, что за оружие. Ну блин! Я-то вкачался до белого мага. Какая-нибудь легендарка с эндгейм-контентом. Да, мы так отвечаем. Конечно, это Тирус, мы все знали. Конечно, это знал я, человек, игравший на фри-то-плей периоде. 1200, назвать владельца. Сквал Леон Карт. Вау. Я против, конечно. Почему меня не мусили? Разработчики Восток за 900. Назвать разработчика фотографии. О, фак, нет. Блин. Оу, щит. Сейчас появится. Камни. Ну да. Азиатские разработчики. Ты знаешь, это называется, я промахнулся, хотел нажать на Crazy. Все равно попал в Crazy. Crazy за 900. Защищаем землю одной кнопкой. Своя игра тоже с одной кнопкой. Вот Dynasty Warriors. Оно Crazy разве? Samurai Warriors. Не, в смысле, они нет, они не считают, насколько я знаю, крыши. Не унижаешь, так это. Ну, у нас все неправильно отвечали на этот вопрос, кстати. А он однокнопочный? Ну, сорян. Возможно, я не играл. Наверное, я не играл. Там же из-за гребаного тачпада. Ясно. То есть они считают тачпад одной кнопкой? Ага, крейзи, ты что, смотрите, как минимум 5 игр, которые стоят, можно расценивать как крейзи. Bayonetta, Wonderful 101, God Hand, Devil May Cry, Metal Gear Rising. А инди-игру, которую Crazy, можешь назвать? Сейчас точное название, потому что это японский тайтл. Называется оно Fairy Bloom Freezia. Да. О, боже, даже Митсуги Камухикай считается? Это же говно. Да, это же говно. Митсуги я даже не считаю. Вообще понятие crazy... Вот мне тоже сказал, очень растяжимое. Я тут crazy Вики даю. Блин! Слишком быстро. Вот я бы ответил платину. Нет, Кловер. Ты бы обосрался. Да. Crazy за 600. 3-0 от EGN. God Hand! Crazy за 300. Оригинальное название вот этой игры. Revengeance ты? Или о чем ты идешь? Как она оригинально называлась? Ну ладно, я обосрался, окей. Но мне казалось, что она называлась именно... Metal Gear Rising. В процессе разработки, типа. Я помню его как Metal Gear Rising. Все. Окей, все, мой ответ. Кто будет? Ну сейчас мы будем слушать все русло встречи в окей. Но он без слов. Осо, хер вы, не делайте апелляцию вот этому товарищу с ними тысячами. Когда я все угадывал, вы там нахуй посылали. Я вас не знаю. Я вообще в апелляциях не участвовал, знаете. Все, дискач? Не, у меня уже на эту песню не особо реакция, слишком часто. И сам может быть.
общем, да, я помню, как первый раз у вас я был героизм Фауст. Когда еще Коджима обещал нам реалистичный арбуз. Как же она называла? Мне показалось, или он сейчас гуглит, а? Да, конечно, он гуглит, но мне уже похер. Она называлась Metal Gear Solid Rising. Да. Спасибо, меня обкончали 300 очков из-за того, что я не сказал Solid. Ну, тут именно вопрос в этом, как бы суть вопроса в том, чтобы точно название назвать. Не от Зайки, но я не помню, какое имя. По постеру сзади угадал? Нет, я просто помню. Он недавно мелькал. Окей. А Red Sun, да, все еще больше, чем Rules of Nature. Слепой лучник-гигант, который любит вырезку по дереву. Как его звали из Dark Souls? Его звали Го. Все-таки его звали Хакай, окей. Я хотел сказать Хокай, но подумал, что меня обосрут. Ну да, все-таки его имя Гоха, Хокай это типа титул. Да я помню, только Хокай. Сказал бы Хокай, на тебя бы погнали Марвел. Да, меня в Марвел бы забанили с интернета. Выбирай следующий вопрос. Ну давайте, Инди. Инди за 900. Музыкальные вопросы, блядь, кто меня предупредил бы? Что это? Толян, это... Я ощущаю себя в гетто уже. По-моему, ему плохо. Да, очень плохо в гетто. В нашем глазах. Пацаны, вызывай секьюрити, тут насилуют. Ой, что это было? No idea. Я до сих пор не прошел. Это может быть RPG игра в RPG Maker? Не помню. Окей, окей, я был далек. Окей. Окей. Я хотел было купить, но что-то... Я купил, и даже DLC, но он даже не прошел. Не катит. Меня что-то не вдохновляло, да. Наша любимая категория — оружие из ММО. Оружие 600, назовите оружие. Из ММО, окей. Я вообще-то нажал уже кнопку. Я тоже нажимал. Почему я нажимаю с тобой одновременно и ничего не засчитывается? Отвечает совет. Тихо. Я еще раз, я не знаю. Грави-пушка. Ну да. А фиг ли у нас было с тобой три раунда, когда мы одновременно нажимали? У нас с тобой было очень много раундов, когда мы одновременно нажимали. Но тогда я был прав. Особенно персонка. Вот. С персонкой я не спорю. Вот я бы поставил, я не знаю, какая. Домен какой-то, пацан. Я ее даже слышал где-то до этого. В фильме ужасов? Да в каком фильме ужасов? Слышь, какие там новости? Я определенно чувствую нотку сквейров в этом. Да ладно, разве у них не обычный? Не более обычная японская музыка, в смысле там такие радостные нотки обычно. Радостные нотки. One Winged Angel, например. Если я правильно главном меню я имею вопрос, в виду. То уже отгадывали персонажи из этой игры, типа. FF8? Блять. Да. Если бы отметил. Ну. Ладно, у меня тут очки отнимали неоднократно. Я все еще без шесть. Я возвращал их тебе вообще-то каждый раз. Я вас ненавижу. Тебе возвращали очки постоянно. Я всех ненавижу. Только один вариант. Байонета 2. Да. Меня тоже не, ну серьезно, я понимаю, конечно, что я один тут в крейзи. В смысле потом... один? Я тоже прикидывал, только не играл во вторую. Я не играл во вторую, но по нотам было понятно. Ну я тоже по нотам прикидывал, да. Я просто засал. Реально засал. Guilty Gear, Double X, я вообще еще не слышу. Holy Orders, Beat Jester, Be Fucking Dead. Олег, ты все красава. Стоп, какой Guilty Gear? Double X. Ну тут вообще-то не эти указаны. XX Reload или XX Accent Core. Нет, вообще это нет. Это вообще Blazblue.
Окей, кто-нибудь может дать более точный ответ по этим двум нотам? Я даже музыку не слышал. Я даже не слышал. Если кто может это знать, не слышал. Ладно, сейчас. Схуяли! Правильно! Блять, точно! Ноты другие, сука! А, посиди в моей шкуре, посиди. Сука, я поторопился! Ага, поторопился, так-то. Выкусти. Иди в ёпу. Алиму ждем. Что, что вы ждете? Ёба, не знаете? Не, я не знаю, я не бил себе пацан. Короче, вы вообще ни хрена не приближаете. Давайте уж дальше. Верни мне мои очки. Да, верни мне очки. Верни мне мои очки. Да, не я эту игру купил и сделал возврат. А, я, кажется, понял. Да? Окей, я понял. Ну, и чё? Не, я знаю, что за игра, но я не помню название. А также Guilty Gear XR. Верни мне очки, сука, я сказал Guilty Gear. Да, только не то. Я назвал тему. Претензии к автору пака. Она разве там звучала точно так же? Holy Orders Be Just or Be Dead. Название одинаковое. Так, почему тогда в ответах нет этих, которые ты назвал? Там разные версии были. Вот. Фак, я не успел. Фак! Ну ладно, хоть как-то на чем-то вернул. Вернул. Персонаж за 600. Путешественник во времени с 20 века, который не может вернуться домой. Это по имени? Related к недавнему вопросу. Боже твой. А я хотел сказать мужик из квантового скачка. Да, да, я тоже думал, Скотт Бакула. Вообще, играем по сериалам, да. Я бы в это лучше поиграл. Аутистическая организация стреляет по беременным женщинам. DMC? Ну, кто? А он отвечает. Я косячнул. Я, оказывается, не успел. DMC это не персонаж. Все отнять, очки отнять, все отнять. Так, я просто, я ж нажал. Идите в жопу. Поднимите у него очки, идите в жопу. Персонаж за 1500. Тот самый парень из Хотланд, который просит запомнить его имя. Мой дед. Блять! Серьезно? Ты даже не знаешь, где находится Хотланд. Хитс Фейсман. Я бы запутался. А, Андертейл, конечно, естественно. Я бы запутался с его именем, чувак. Вот снова. Андерс Райли. Делайте ваши ставки, игроки. Ставлю все. Весь долг. Будете перебивать стоимость, Мор? А Саня засал свою 4. Конечно. Саня не умеет ответы. Вау. Играет Мор за 500. Его музыкальная тема... Ну, не еще и тему врубаете. Это же Гайл из Фитфайта! Чувак, ты сказал бы... Без темы можно было угадать. Что, еще должен был сказать? Нет, все, заряд. Не, мы ждем, пока... Ты должен найти из Фитфайта. Это даже нельзя пропустить. Я должен заплатиться. Да. Get your flash under point, like... Пацаны, подождите за расческой. Давай, давай. 500 очков за Family Man. А, сейчас, сейчас. Ну. Да он за расческу должен, да? Боже твой, остались самые замечательные темы. Давайте вот это посмотрим. Инди за 1500. А-а-а. О, да. Это... Я тебя слышал. Я что-то помню. Боже ж твой, я тоже. Итак, будет ответ. Я бы сказал, да тряпками закидают. Да почему? Adventure Line, пацаны. Ну был близко. Да.
Инди за 1000. Боже ты мой, почему сплошный музон? Faster than light? Пустота, Саня! Моя любимая! Если, моя любимая если ответа! Бы, если бы ты послушал дальше, ты бы угадал, наверное, кстати. Okay. Это традиция. В третьем раунде я называю Faster than light, и это не Faster than light. Так ты узнал, нет? Yeah. Ну что, сейчас подождите. Мы в это играли, да? Зачем я в это играл? Найти у вас Faster than light и убедиться, что он звучит примерно так же. Так, сейчас. Можно еще ответить, нет? Да. Dungeon of Endless? Блин. Dungeon of... Блин, я нажал, нет, нажал, не нажал. Подожди, сейчас. Надо паузу снять. Вообще, да, это они. Dungeon of Endless? Да. Даже не могу больше, что ты себя в него наиграл. Вообще не играл в него, а жаль. Разработчики с Востока подождут. Ну теперь я знаю, что у Инди почти у всех один саундтрек. Да, из Faster than Light. Из Faster than Light. Shovel Knight. Нет. Отстой. В смысле, не понял, что за херня сейчас? Он тебе рожу набьет. Тише, вали. Что, как дальше? Я точно играл в это. Я точно в этот не выбрал. И не только ты. Да. Очень чуть-чуть тебе подсказывает, что это не Faster than Light. Я не знаю, что это. Ты, кстати, тоже в это играл. Я верю. Я наиграл в это в достаточном времени, потому что я помню эту мелодию, но... Я вообще не помню. Бля! Ну он мне не вставил, так что хочешь. Прошел один раз и забросил. Я даже не прошел. Айзек! Фак. Ну ты слишком сильно долбил, ладно? Too many fucking colors. Too many fucking colors. Ну да. Больше, по-моему, даже чем у Сани. Оружие за 300. Назвать оружие. Синий экран. А, окей. Оу. Ну давайте, кто хочет халявные очки. Да, халявный Фростморн. Фростморн за 300. Как баночка пивка, да. Разработчики за 1500. Да, пауза. Восточный. Это пауза, Толян, пауза. Нет, прогрузилась вообще? Да. Прогрузилась. Джеки Чан. Больше ты мой. Это сфер 65. Вот хоть и бы не угадал. Разработчики за 1200. Мир автомата. Ай, блин. Нет. Как? Что-то там. Нет, не очень ответ. Кано или... Вот Кано кто-то, я не помню. Кано из Бакомбата. Да-да, все. Каро! Только Каро! Или как-то так? Нет, вообще нет. Тогда не знаю. Только Каро. Йоко Таро. Йоко Таро, блядь, просто видите нахуй японские имена. Почти. Ох, фак. Тут сразу... У меня зима. Ну ёп! Ну, нравится, меня, он мелькнул на какой-то момент, и потом все сразу хидай Кодзиму и ушел. А тебе он хотя бы мелькнул вообще вот. Начинаем четвертый раунд. Что это единственное с огромным отрывом? Где он ходил за сам, когда пятый пиарил. Ёка Таро. Тема четвертого раунда. Песня. Моба. Файтон! Разработчики студии. Final Boss. Вейгар. И Credits. Final Boss и Credits — это музыка, насколько я помню. О боже ты мой! Так, листы дешевые. Толян, точно ты не Вальдис Перри сейчас? А подожди, Дамну, ты чё? Ты чё? Вау. Ты вылетел? Угу. Перезайди. Пока что на паузе. А теперь легко сказать, так как у меня ярлыка-то нет. Ну, нету, чувак.
Воробей, у тебя нет свояк софта? А, вот свояк софт появился. Пушка меня заразила. Тем временем Виктор скинул мемасы Стима. Игры с меткой шутер на Копара 2. Окей. Вообще, да, убийцы Call of Duty. Определенно шутер. Так-то и Данганронпа шутер. Ну, а, знаешь, да, не, ну в Данганронпе ты стреляешь пулями хотя бы. Ну да, да. А тут ты стреляешь по бедным кошакам. А спин-офф так вообще шутер, чего ж тут? Когда релизнут, блин? Кого? Ты второй пройдёшь, уже? Да? Как вообще, он? Да. Ты что, она в рэпе? Genuarts Video Room. Как? Genuarts Video Room. Ага. Во все зайди. Да, там... Все зашел? Да. Окей. Выбирайте вопрос, Дамнут. Ты выбираешь? Нет. Написано, блин, ты перезаходил. Не, у меня даже... У меня их вообще нету, начнем с этого. Серьезно? Синий экран. Сейчас таймер... Тогда таймер сейчас пройдет, окей. У тебя вопросы, надеюсь, появятся. Окей. Рандомно выбросил моба АТ, который закрыли в 2015. Я уже забыл, как называется. У них была моба? Даунгейт. Да, была. Даже не знал. Давно появились? Да, да, да. Окей. Давайте, самое жесткое, что тут есть. Моба за 2000. Шрек, а что сделать-то надо? Назвать почему? Вы все считаете, что мы должны помнить китайские версии игр? Ну так это мем, типа, ну почти. Назвать моба игру, в которой есть эти персонажи. Ох, ё. 300 хил. Ты не знал, и ты не знал. Моба за 2000... В каком году начался ОБТ лиги? 2008. Нет. Да, а почему нам не дали выбрать? Таймер кончился. Таймер лагает, блин, наверное. Okay. Моба за 1200. Изначальное название Heroes of the Storm. Как оно называлось во времена разработки? Это просто. Там что-то устал. Да, блин! Зердота. Моба за 400. Эта карта для StarCraft стала отцом всего жанра моба. О, ну, блин, понятно. Сложный вопрос, блин, кстати, что-то за 400. Я помню, что там название было совсем другое. Я вообще всегда думал, что Дота пошла от Варкрафта. Ну вот именно, что в Старкрафте типа был пиар. Файтинг во вселенной нас увел. Что? Это про Насуса? Какая вселенная? Это, видимо, да, где Насус топ. Понятно. Реальников тут нету. Мы говорим про файтинги, которые мертвы, окей. Файтинг за 800, скот в мешке. Да блин, 90% файтингов мертвы так. Не парь меня. Тема камео, стоимость 800. Кто получит? Кота. Как? Можно оставить себе. Дамнут получает кота. В этой серии файтингов можно сразиться с Дарт Вейдером, Йодой и Эцио. Ну просто. Дамнут? Консольный, только консольный чувак. На S начинается. Система оружий. Алло. Дамнут. Мистер Дамнут. Вы отвечаете вопрос. Дамнут, ты живой? Ясно. Кажется, нет. Зачисти мне очки. Ну вот я и подъехал, да, ништяк. Ну давай, отвечай. Знаешь ответ? Так, вот из серии файтингов можно сразиться. Я знаю файтан, но не помню. Файтинг Броуз или как-то так его? Нет. Нет. Как он называется? Soul Calibur. Оу, даже не близко. Да. Final Boss 1200. Тема Final Boss в такой игре. Virgil. Спасибо. Спасибо, просто спасибо. Чувак, там даже не начиналось конкретно. Там даже не прогрузилось конкретно, понимаешь? Да ему ответы просто сразу скидывали, я понимаю. Да, да, да. Да, по-любому. Толян, мне тоже такую версию поставь. Ничего не играет. Ничего. Мне кажется, мы играем с самим Владимиром Хиллом. Killer is dead! Блин, даже скрипка не началась, ты что делаешь? Это уже скучно, как по мне, не?
Ну, да, ну, когда... И главное, тут еще кредит и песни есть. То есть человек, который мог бы угадать это. Не, просто в чем суть? Я сижу, у меня отрицательный счет, и я ничего не слышу. Вот очень весело. Бля, ладно, тоже верно. Что-то знакомое. Так нравятся вот эти вот средневековые мотивы, которые тут в японских играх. Сквары. Я вам даже скажу. Нет, Саня. Саня, это ПТЛ. Нет. Я чувствую скворечников здесь. Итак. Я даже единственную финалку, которую проходил, я не допрошел до конца, так что... Точнее, ту, которую почти прошел. Ну да, я... да, я ожидал. Ну, я говорил, что скворечники. Какой он там финальный босс, если там явно жизнь нужен? Транзистор! Вау. Ну, тут по мелодии можно. Я бы не угадал, я еще не успел даже понять, что это. Да там было пип, и все. Вот так, именно! Именно там было пип. Вы сами говорили, угадай мелодию. Final Boss за 400. Пип, ну, давай еще за... Ну, даже говорить не надо. Да, литерально знал только ты, Толян, поверим. Фак! Знаешь, что это? То же самое. Я удивлен, что из двух вас никто еще пока не отрезал луки. А вы это все хоть играли? В это играли вот эти двое точно. Спасибо, Сань, во что ты играл в последнее время? Сань, перечисли, какие игры ты играл? Я оставляю этот вопрос на вас. Я знаю ответ, но... Too many points. В смысле too many points? 9400, иди нафиг, отвечай давай. Да, отвечай, чувак. Deus Ex. Я себя идиотом чувствую. Подожди. Таймерс. Нет? А. Metal Gear Rise Revenge, да. Блин. Ну, да. Снимай. Сколько там было? 500, да? Да, 5, 8, 900, там все 500, по-моему. Стой, что ты говорил? Он говорил Deus Ex. Да, я говорил Deus Ex, и честно, я бы титры МГР не угадал, потому что, блядь... Нет, я именно помню, я слушал эту песню миллион раз, но, блин, я не помню, где. Это песня моего плеера, basically. Ну ладно, ты успел. Какой? Второй. Можно вместо хлопков, я не знаю, там... Бум, что такое? Давайте что-нибудь не музыкальное. Здесь не музыкальное. Super Giant Games. Я не успел. Не знаю. Fighting Games за 1200. Родители Синакиски. Боже. Кай и Дизи. А вопрос, блин, про родословную мишину тут будет? Идите в жопу со своим бюльтигером. Сделай пак протекин. Да, и другой обскюршит, в который играл только я. Про Текена там будет эта категория со скриншотами и разные прически у Хихачи. Подожди, это музыка из файтинга? Вот это хороший вопрос! Не, если это из файтинга... Это видимо тоже файтинг. А! Киллер Инстинкт! Да, фак. На той стадии, да. Стоило к воплю появиться. Да, сука. Слишком медленно. И вопрос от спонсора. Ого, Эрик Крауз играет в фейтаны. Отвечаем. Видимо, да. Стоимость вопроса. Ох ты, бля. 4000, окей. А, ну такого можешь ответить, да? Да. Окей. Дайте мне ответить. Подожди, не.
когда отвечает один человек, мы ждем, потому что проиграет. Я даже перепроверил название в плеере. Он врет, он просто это посмотрит, он врет. Из грёбаного Capcom versus SNK 2. Не, если хотите, могу дать полное название, сейчас переспуну. Да не, я верю, что ты это знаешь. Capcom versus SNK 2. Блин, охренеть. Если полное название Millionaire Fighting 2001, блядь, какого-то. Хватит поливать на свои знания. Потный, просто я знаю, это он это подделал. Я втайне пришел. Из какой игры? Saints Row 3. Даже не услышал, иди нахер, это шанс отыграться. Окей, честно, честно, если бы это был вопрос, что за песня? Серьезно, какой понт, вот если... Человек не успевает услышать даже. Ну, блин, к сожалению, механика, блин, такая. Берешь, звонишь Владимиру Хиллу и говоришь, что у него говно. Что нужно сделать? Автора назвать? Нет, игру. Так много где юзали. Нет. Нет, была. Много где юзали. Нет, не много. Была не трейлер, это, конечно, это конкретно я даже знаю. Игру, но... Даже я это знаю, хотя не играю. Да. А, боже мой, да, я понял. Долго. Так, тихо. Ну, быстро отвечать. У меня... Нет, я не отвечу. У меня и так 17 тысяч очков. Кто-то игру нажал? Кто-то кнопку нажал? Что? Нет еще. А что? А, так я просто жду, чтобы там, типа, таймер не закончился, чтобы успели нажать. Ну кто, давайте, я даю вопрос. Ну да. Но я не сразу допер. Я что-то долго. Да, мне еще по радио крутится. Инди-группу впихнули, да, это сердце. Замечательно. Она вроде не такая инди, не? Теперь может уже... Выбирайте. Относительно, для фанатов лиги... Выбирай вопрос. Ну это опять песня. Песня за 1600. Это что, группа Ленинград, что ли? Ленинград для игр делал пункт. Да, там же была та игра под гоблями. Я где-то это слышал. Я где-то это слышал. Я не помню, где хоть убей. Я в это не играл, но это не услышал. Нет, я тоже не играл, но в тонировке же вообще дохера мелодии, боже мой. Ты сам выбрал песни за 1000. Не, это стоп, это разве... Я согласен, да, косяк. Значит, мы выбираем за 2000. Представь, слабого банк. Нахер эти ваши вопросы аукциона, я один в них участвую, все пасуют, как сучки последние. Чувак. Скажи это мне вот просто. Нет, знаешь что, дружок, иди. Я даже не сомневаюсь, я сделал суицид, в общем-то. Хайп, давай ва-банк. Какой суицид, Сай, мы тут все суицидники. Ва-банк или очко? Я хотел поставить 201. А, нет, тут только сотнями исчисляется. Я вообще один хотел написать, он поставил 200. В какой игре встречается? Может, повезет? Игре. Да, игре. Оу. Я без понятия. Слышал, блин! Конечно, я слышу, чувак. Главное игру называть. О боже твой, да, игра, да, действительно. Он случайно гуглить не ушел?
Он пошел, телефон мне позвонил. Кажется. Он гуглит, он придумал. Любас, это фальшивка, да. Хайп. Алло. Ну пока он отвечает, я погуглю. Ну, кстати, сказал. Тут, кстати, два варианта ответа. И один из них вообще простой, кстати. Это просто этот файтан. А, какой файтан? Да ладно. А, ты имеешь в виду All Star Battle? Нет, да там еще будет следующий, да, там? Heaven, Eyes of Heaven? Что он так называется? Вторая игра по Жоже, да. Ну, короче, одна из свежих игр по Жоже, это Любас. Блин, где он? Я не могу паузу поставить, пока у меня висит окно ответа. Блин. Ну так, понимаешь, ладно, сервал посреди игры берет. Сколько стоимость была? 2 доллара? А вот поражать хочешь? Несколько игр. Я нашел в Rock Band. У меня в ответе тоже несколько висит. А, тогда ладно. А Rock Band считается? Серьезно. Что? Серьезно. Что? Стоп, стоп, блин, алло. Чувак, ты вообще... Ты выбрал игру, подожди, в которой больше 16 радиостанций. Но тем не менее, больше 16 радиостанций. Да блин, подождите, ты ответ видел? Это был в GTA-шке какой-то, я так... Ты ответил бы? Нет, не ответил ни за что. Окей, ладно, пофиг. Боже, вот это же что? Это же что? Никто практически не ответил. Чувак, я бы не ответил, это раз. Там было два ответа, GTA 5 и Rock Band 3. Ну вот Rock Band более похоже. Rock Band выдал. Окей. Вот Google выдал Rock Band, а у нас GTA 5 это смешно. Burnout Paradise? Да. Давай, чувак, у тебя есть шанс откомбэчить. Да-да-да, я вижу. Мне кажется. Я уже. Не, ну давай посчитаем. 5000. Не, не может. Назовите студию разработчиков. Слишком сложно. Да, согласен. Я напрягся. Все, давайте в кредит. Бастион. Ну, у меня просто конкурента не было, да. Чувак, я бы ответил. Нет, я понимаю, имею в виду, ты не нажал. Я в этом... Это понятно. Кризис записан. А может тем, кто не слышит, начислять... God Hand! Вау. Но я, главное, куплен God Hand, но я в него не играл. Куплен God Hand? Да. 3-0 это Ген, ты что, поехал? Ты купил его на PS3. Да. Мне тебя жаль. А там тоже опять эта херня с FPS, я правильно понимаю? Там дикий пиздец с FPS. Ну, я подозревал. Он распродажу взял на один хрен. Пес? Пес в мешке? Пес в мешке. Меня это напрягает. Классно. Окей, пес в мешке. Да похер, давайте я возьму. И так нечего терять. 5 очков мало? И... Нет, нет, ты не серьезно. Yes. Нет. Пес в мешке. Плюс садитель. Новая идея. А что сделать там? Назвать игру. Назвать игру, в которой кредиты были под эту музыку. Сам у меня есть идея знаю. Одна. Ну? Silent Hill 2. Оф, блин, окей. Я... Окей. Кстати, да, там была эта концовка. Я концовка с пресселем. Я не играл, да, но я знаю концовку. Да-да-да. Боже мой, где вы этого сатану откопали? Он такие вещи знает. Ну, давайте кто-нибудь. Я удивлен, что ты так медленно... А я что-то затупил, что вопрос слетел. Потом второго я бы угадал. Ладно. Так, давай добиваем. Извините. Ух ты! Арк систем, бляди! Да. Отнимай очки, он неправильно назвал! И последний вопрос. Суда 51. Нет, студия. Оу, Grasshopper. Ну, fuck you. Полное название? Grasshopper Studios. Не... Кто-нибудь точнее назвать может? Interactive. Ладно, не может. Оу. Ну и у нас есть победитель. Вау. Победитель, который начинал с последнего места.
Эй, почему ты ушел? Я хотел нажать нет. I don't think so. Окей. Эй. Ладно. Неверный ответ этот фрейм сменил пол в процессе разработки. Как бы, если хотите, потом можно еще паки.